Ребята, всем привет, всем добрый день. Смотрите, какая у нас прекрасная сирень распустилась. Это, кстати, сирень очень хорошо видно со второго этажа. Она так красиво смотрится, потому что у нее в основном все эти цветочки сверху. Вот. А вот та уже более такая классная. Красота. Поле с одуванчиками у нас все еще на месте. Папа только начал сегодня косить траву. Он скосил спереди дома траву. Вон там вот. Вот. А я сегодня утром начал заниматься розами, точнее грядкой. Прошелся здесь тяпкой, порыхлил землю, убрал всю лишнюю здесь траву. Тут выросли такие, знаете, немножко было одуванчиков какой-то мелкой травки. Вот, это я все убрал. И также немножко почистил дорожку, но это только начал. И также, что еще, вот здесь вот начал убирать вот эти вот одуванчики, потому что они на грядку сюда залезают, неудобно, некрасиво, пока здесь еще папа не выкосил траву. Вот, ну и в принципе, вот этим я занимался сегодня утром. И вот такие вот уже розочки. Видите, какие хорошенькие, начинают уже. Ого. Красота такая, ну вот там вот тоже большая. Ну, примерно вот такая же грядка была и там. Видите, такая. Так, а тут вот такая, посмотрите. Только листики какие-то здесь вожульканные, надо посмотреть, может на ней кто-то есть. Эти пшикалки у меня там есть вот всякие разные живности, надо запшикать, посмотреть. Вот, ну и да, в принципе, сейчас пойду, наверное, вот там вот по краю еще поубираю эти одуванчики, я их лопаткой срываю и выкидываю. И потом, наверное, перенесусь на эту грядку, если успею. Ну, посмотрю. Вот, по крайней мере, может быть, дорожка. Все-таки сегодня вот эту вот дорогу, ты пока поудираю всю траву, чтобы было красиво. Еще, кстати, недавно к нам приезжала Лена Кузнецова. Вот. И привезла нам здесь, значит, петуньин. Вон такие вот классные, всякие разные. Видите, вон там вот такие вот розовые. Здесь вот фиолетовые, белые. Там вот нежно-розовая такая. А также привезла три розы. Вот такие вот хорошенькие розочки. Так что посадим с вами обязательно. Вот, наверное, надо все-таки вечером садить, потому что сейчас у нас днем очень жарко, они не приживутся нормально. Вот, потому что на улице у нас вообще безумно душно, жарко. Сегодня вот плюс-минус как-то попрохладнее, а так у нас все вообще держится, такая духота. И привезла нам три помидорки. Вот, здесь черри. И еще такая вот мохнатая. Не помню, как у нее название, но у нее есть название. Вот так. Ну и здесь вот теплички у нас все тоже растет. Все хорошо. Мой базилик уже такой нормального роста. Так, ладно, все, пойду заниматься розами. Так, ребята, я тут уже такой есть красивой рубашке. Съездил к бабушке, забрал еду хатику. У нас уже вечер. Время вроде в 8. Да, где-то так примерно, даже где-то 9 час. Не хочу показать, что я тут делал сегодня. Это уже солнышко. Папа скосил здесь траву. Вон, видите, сколько это все теперь надо будет убирать. Вот. И с розами. Почистил я здесь вот эту вот тропинку полностью от травы. Там с корнями ее повыдергивал все это. Полностью сделал вот эту вот грядку по бокам тоже. Тут еще сейчас траву скосил, вообще хорошо стало. Вот, так. Ну тут тоже вот все по бокам я вделал. И все, вон дальше, где у меня тазик, там я, в принципе, и остановился. И вот эту грядку я еще пока не трогал, завтра ее доделаю. Вот, и завтра папа здесь тоже вот все докосит, и будет красиво. Здесь у нас растут эти... вишня, вот. Вот это вот вишня, это вишни, все вишни. А вот это вот жимолость, кусты жимолости. Вот. Такая красота. Солнышко уже уходит. Небо сегодня чистое, красивое, хорошее. Вот. А я иду домой. Вон, смотрите, как кусты смотрятся красиво, видите, со стороны. Они здесь их больше, там мы ветки срезаем, потому что ходим. А с этой стороны особо мы ветки не срезаем. Это все вот надо чистить. Блин. Этим одуванчиком зарастает очень быстро. Но его хорошо, одуванчик быстро убирается. Его легко полоть, все такое.
Вот, ну как по мне. Вон, видите, как с этой стороны смотрятся кустики сирени? Очень красиво там. Это вот просто такой шикарный кустик. Видите, мы как кустом, да, формируем? Здесь нету ничего. Здесь растут вон ирисы. А здесь вот такой вот кустик сверху. Очень красиво. Со второго этажа из моей комнаты его классно, кстати, видно. Он подрос еще. За это лето еще больше подрастет. Вот. И тот поменьше. У нас два белых куста, но там вот у нас есть еще один маленький кустик. И вот тот маленький, это, скорее всего, сиреневый. Вот. Хотя мама с папой, когда садили эти кусты, они думали, что они будут, какой-то из них точно будет сиреневый. Вот. Они казались два беленьких. Вот этот вот куст только надо будет нам формировать, дровнять. Нижние вот эти вот веточки все маленькие отстригать и верхушечку оставлять, чтобы он тоже рос таким же кустиком, как и вот этот. Так, ребята, у нас уже идет время ужина. Сегодня сварили вот такой вот шикарный борщик. Такой хорошенький, напаристый. Так что будем кушать сегодня на ужин борщ. Вот. И здесь вот у меня хатику. И сложил старые макароны. Вот сейчас еще добавлю витаминок. Вечером я ему даю вот эти вот косточки, а утром я ему даю редижир. Вот, на хате я даю ему две витаминки, они очень хорошо растворяются в теплой воде, быстро. Так что все, закидываю их сюда. Это не все, конечно, хате, я сейчас ему еще добавлю еды. Вот я просто сейчас он со сковородки доставал. И также я ему еще даю немножко супрастина. Супрастин, только этот аналог супрастина, хлоропирамин, вот. В аптеке посоветовали, стоит недорого, по-моему, 80 рублей, дешевле, чем супрастин. Ну, типа, вроде как русская это. Вот, добавляем тоже чуть-чуть маленькую часточку, потому что у него аллергия между лап, между пальцев. Покраснение, так что мы немножко ему даем. Вот, вроде как лучше стало. Эта аллергия стала проходить, это, скорее всего, у него... Мы так посмотрели, подумали, это у него на желудке куриное, я не знаю, рассказывал я вам или нет, но у него на желудке, наверное, аллергия, потому что как только стали мы варить еду на желудках куриных, то у него стало вот эти вот покраснения между пальчиками, он это все разлизывает, вот, и, короче, поэтому даем ему вот этот вот, типа, супрастин. Да, все, короче, готовлю я тут хатику кушать. И сейчас надо чайник поставить будет, и уже с Аней будем кушать, потому что время у нас уже такое достаточно позднее, здесь этот 30 минут 10-го, так что сейчас уже все, будем кушать. Привет, всем привет, сейчас уже второй день моих съемок. Вот смотрите, у нас начинает свисти жасмин потихонечку, такой большой куст, такого крыльца у нас растет. Заканчиваю свой влог вот этим второй день, потому что я сейчас готовлюсь к сессии, доделываю работы, поэтому времени мало, и приходится вот так вот снимать на два дня. Вот, у нас тут все собирается цвести. Вот такой вот тоже тут кустик у нас. Очень красивенький, я не знаю их название, честно, мы их садили очень давно, когда заехали сюда. Вот. Такая здесь у нас красота. Я редко снимаюсь впереди дома, не знаю почему. У нас здесь, в принципе, очень классно, но редко здесь снимаем. Вот это вот все надо будет повлезать, это вот от этого куста. Потому что он очень быстро разрастается, и поэтому вот это все надо будет вырезать. И вот с этой стороны тоже, видите, сколько его повылезало. Он очень хорошо разрастается, кстати. Вот здесь у нас два таких куста. И бабушка, здесь этим занимается бабушка, она формирует именно тоже кустом, чтобы снизу было пространство, а сверху вот эта вот шапка была. И здесь, ну вон там, я думаю, видно. Смотрите, тут такая шикарная растет. Это туйка вроде бы. Такая, или можжевельник, что-то такое. Вот. И самая моя любимая часть здесь, это вот этот вот лесок маленький у нас здесь. Такой небольшой. Тут у нас елочки, лиственница, рябина. Рябина, кстати, тоже скоро уже будет цвести вроде как. Подождите, или она уже отцвела? Она вроде отцветает уже, но посмотрите, какая она большая. Это тоже одно из первых деревьев, которые мы посадили. И она очень хорошо сейчас начала разрастаться, просто посмотрите на ее размеры. Она, наверное, уже как половина второго этажа, слушайте, да, потому что она очень
хорошо так разрослась именно вот за прошлый год. Вот. Так она была такая маленькая, аккуратненькая. Кому интересно, можете перемотать самое первое видео, там я где тоже снимаю влоги, я вроде как ее показываю. Вот. И здесь вот такая вот лиственница тоже шикарная, красивая, большая. Вот. Ну, короче, здесь у нас такой вот лесок, по краям посажены елочки. Красота. Это сосна вроде бы. Там вон тоже сосна, видите, какая большая. Вот эти вот, у нее тоже вон видны новые тросточки. Да. И вот здесь вон, видите, как все тут классно. Короче, здесь у нас такой лесок. Мне эта зона так нравится. Она такая классная вообще. Потому что смотрится она со стороны вообще супер. Таким, знаете, именно как лес с лесом. Тут вон тропиночки есть такие. Туда можно пройти. Вот. Раньше здесь можно было пройти. Здесь были такие вот... Сейчас их, наверное, не видно. Вон такие деревянные штучки. Видите, вон там вот положены. Вот здесь вот. Здесь они тоже были выложены, но здесь уже сейчас никак не пройдешь. Вот. Ну, тут сбоку. Пап, кстати, вчера траву покосил. Вон хорошо стало. Да? Вот такая вот тут у нас красота. Уф, еще папа, кстати, стелил эту часть этой, как ее, сливы. Видите, которая была засохшая. Она все-таки пропала и, короче, да. Папа ее стелил. Теперь здесь вон так. Ну ничего, здесь вон новый отросточек, слива, в принципе, быстро разрастается. Это вообще до сих пор, вон ягодки уже видны. Потому что вон та тоже слива, смотрите, тоже как огромная. Очень классно сейчас ходить по саду, потому что деревья уже такие, знаете, именно похожи на деревья и все такое. Когда-нибудь, возможно, скоро, я покажу вам фотографии, как вообще выглядел наш участок до, во время там процесса засаживания и все такое. Мы уже думали с мамой найти фотографии, вставить такое. Думаю, будет очень интересно посмотреть, как наш участок выглядел раньше. Это просто небо и земля, вы бы только видели. Все просто офигеют. Вот, но обязательно это сделаем. Вот, а у нас сегодня пасмурно, же дождик прошел. Вот. И сегодня так, знаете, попрохладнее. Вот тут розочки мои. Все хорошо пролиты, политы. Может, я даже сегодня их удобрю, потому что сейчас земля как раз хорошо так пролита от дождя, и поэтому все удобрения очень хорошо впитаются. Это так и не закончил, буду заканчивать, когда уже будет у нас тепло. В общем-то, все. Вот так вот у нас сейчас происходит что-то. Целый влог, считайте, у меня прошел на улице, можно сказать. Все на улице. Вот. Ну, думаю, ничего, нормально. Ну и курочки тут наши. Ладно, ребята, все, я буду заканчивать это видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте обязательно подписаться на мой канал, поставить большой палец вверх и написать комментарий. Всем пока-пока.